Всем привет! Чем мне запомнилась Италия? Конечно же, горячими неаполитанцами и клубом Наполи. Это команда Анчелотти, которая на поле всегда очень эмоциональна. Как вы знаете, я люблю Формулу-1 и скорость. Слышали про самую крутую трассу в Монце? Я считаю, что и футбол в этой стране должен быть таким же скоростным. Ну а в очередном туре плей-офф Лиги Европы Наполи на выезде сыграет против Арсенала с тренеришкой Эмери. Зенита уже нет в Лиге Европы, так что даже Дзюба может поставить на этот матч. Ну а что я могу ему посоветовать? Хоть Эмери и считается королем Лиги Европы, в этом сезоне гораздо важнее вернуть легендарное 4-е место в АПЛ. Играю x2 на Наполи за 1.71. Тейди также уверена, как Хэмилтон на финише Гран-при Бахрейна. Все мы знаем, что прозвище «тренеришка» для Эмери выбрал Дзюба. Но мне этот тренеришка уже надоел, поэтому давайте-ка придумаем ему новое прозвище. Пишите свои варианты в комментарии, а я выберу лучший. Победитель получит от нас 2500 рублей. Ну и, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Thank you.